Всем привет, с вами Эдгар, и сегодня мы будем снимать видео про троллейбус-симулятор 2018. Третья, четвертая серия, не помню, честно скажу. Поедем мы сегодня вот на этом троллейбусе, вот здесь. Вот на этом маршруте он будет самый дорогооплачиваемый. Я хочу купить только что такой же троллейбус, только гармошку. Так, сразу бегите, извиняюсь за рекламу. Рекламу отключаю. Вот. Здесь самый тяжелый поворот. Самая тяжелая стрелка это вот это. Другой. О, здесь надо встать, опустить. Вот здесь очень тупо входит в поворот. Самый опасный поворот. Вот. Сегодня я с вами побегу ровно 4000. Хочу подобрать. А потом с вами сейчас на гармошке троллейбусе на зиму. Простите. Каждых несколько снова появляется. Осторожненько входим в поворот. И вот здесь сложное место. Здесь для безопасности лучше сразу справиться. Я же это кожу возможно сегодня, во-первых, у нас 22 часа. А во-вторых, я немножечко. Немножечко душа. Поэтому мы едем так медленно. Под глазами, потому что сейчас красный. Вот, запомните, на этом маршруте надо вот на этом прикуске не прямо ехать, а туда, а направо. Валит. Тут безопасности. Тут медленнее проезжать, вот только стрелку. Первый раз, второй не важно. И уже подразогнаться можно. Вот, одну секундочку.
Я уже здесь. Не обращайтесь за звуки посторонние. Тут очень много посторонних звуков. Ух ты. Я сейчас не про тебя. Вот. Поверьте, я умею спрашивать. Ну, у нас уже больше, чем 4000. Можем до 5 дотянем. На этом прикоске легче, на этом только стремление скорости. И левее. Вот здесь тяжело повернуть. Вот.
Успею. Пожалуйста, след штамп. Красиво. Вот, сейчас пойду вот на это. Сейчас начинается сложный. Спасибо. Все, на данный момент все посмотрели, спасибо всем. Всем пока-пока.